Так он был от нас далек. Есть у человека такой Бармалей. К нему мы сегодня тоже зайдем. Он нас выгребал из палатки. Хитреца. Дня. Есть здесь такое явление, как Норд-Ост. Норд-Ост. Северный ветер. Сегодня с погодой хорошо. Это заповедник. Периодически здесь стоят егеря, которые не пускают в этот заповедник. Охраняют отдыхающих. Вот с этим человеком мы сегодня познакомились. Грязь-то не взяли, да? Взяли. Хорошо. Сигареты здесь ценятся. Продовольствие здесь тоже ценится. Здесь все ценится. Потому что тут нет ни хера, кроме природы, матушки и енотов, которые всю цивилизацию потребляют.